сейчас где? В плену. Что, ты нашел фашистов? Никак нет. Фашисты есть? Нет, нет. Ukrayna ərazilərinə soxulmuş Rusiya ordusunun əsgərləri qəhrəman Ukrayna ordusu tərəfindən canlı olaraq ələ keçirilməyə davam edir. Əsir düşən Rusiyalı əsgərlər ana və atalarının onların Ukraynaya getməsinə razı olmadıqlarını, eləcə də Ukraynada nə terrorçu, nə də faşist gördüklərini bildiriblər. Иван Александрович, мама, папа, не хотел я ехать на Украину, сказали, что едем на двусторонние учения с 25-й бригадой, а потом в конце ночью, 23 февраля, сказали, что мы едем на Украину пересекать границу. Ты сейчас где? Не хотел я этого. Ты сейчас где? Город Харьков. В плену? Так точно, в плену. Не хотел я этого, не хотел сюда ехать. Ну что, тут нашел фашистов? Никак нет. Фашисты есть? Нет, нет. Все мирные люди, все жители хорошие. Ты кто? Воробьев Надим Валерьевич. Тебя родные. Ну что, мам, поехали мы, значит, на учение, приехали в Харьков, на Украину. А, как оказалось, до нас тут было не спокойно. О чем ты хочешь попросить родных? Что? Хочешь домой или нет? Так точно, домой хочу, очень сильно домой хочу. Что нужно сделать для этого? Пусть попросит главнокомандующего Путина, чтобы забрали меня отсюда. Ты что хочешь сказать? Тоже хочу домой. Тоже хочу, чтобы меня забрали. Звание, имя, фамилия. Ефрейтор Смирнов Евгений Иванович. Год рождения? 21.03.2000 года. Военная часть? 91-701. Должность? Сапер. Мама, папа есть? Приемный. Адрес? Смоленская область, Демидовский район, деревня Шапы, улица Молодежная, дом 7. Военное звание, имя, фамилия. Песково-Чистыно. Ведовой Тарчин. Тарк Минфеевич. Будет скачать 91-71. Год рождения? 2002. Должен? Механик водитель. Мама, папа есть? Есть. Номер вспомнил? Нет, не. Где живут? В Руковской области. Дальше. Адрес? Руковская область, село Новочерково. Ну? Школьный 2-1. Вспоминай номер.